кажется, завершится кружение. Я бессмыслица, самое слово, когда прочее лягу на чашу любви и прощения. Дым растащится и станет прозрачная вода. И вот ныне исполнится слово и сбудется молва. И ни на полтона, ни свет, ни повлекнет, ни звук. Что было сделано, сказано всуе, как будто. Пересмотри, пока звездный вращается вокруг. Пересмотри, пока звездный вращается вокруг. Там как пару песен еще можно спеть? Потому что я хочу еще одну новенькую показать. Еще одну... Давай, давай. У меня вот юный слушатель еще, по-моему, пришел, да? Нет, он уже... А, уже вышел? Ну ладно, тогда одной ограничимся. Он уже насытился. Я понял. Бодрый. Искусство, я понял. Ну такая вот, вот, собственно, спокойненькая лирическая песня. Получается так, что это премьера песни, потому что я вот ее несколько раз уже пытался как-то... спеть на каких-то концертах, постоянно как-то все время что-то времени не хватало. Вот. А она такая, ну, ею можно всегда пожертвовать, а сегодня хочется спеть. Лечит, и ведомы пути.
Спасибо большое. Христос воскресе. А ты же сказал еще пару песен. Но юный слушатель-то не появился, я так понимаю, да? А его позвать? А специально для него просто есть одна вещица. Ну давай сейчас позовем. Да ну, он не, ну, не пойдет, если пойдет, он уже не пойдет. Здесь. Пойдет? Но мы тоже будем юными слушателями. Ну давай, хорошо, давай еще тогда посмотрим. Значит, тут такая небольшая предыстория. У меня наш юный слушатель, Егор Александрович, ознакомился с историей, собственно, Билли Бэггинса. Вот, и до того она ему понравилась, но он, естественно, там не смотрел, не читал, просто папа рассказал, потому что папа в свое время был фанатом таким. Ну, собственно, это же не проходит никуда, на самом деле. Вот, и поскольку Егор Александрович оценил этого персонажа, значит, я вспомнил молодость, вот, и вспомнил, соответственно, что когда-то я имел честь написать мелодию на, значит, на известную гноми песню «За синие горы», «За белую туну». Вот пришел Бильбо Бэггинс подпевать, так понимаю. Ну, опять же, я ее, так сказать, пою крайне редко. За синие горы, за белый туман, в пещеры и норы уйдет караван. За быстрые воды уйдем до восхода, за кладом старинным и сказочным стран. Волшебники гномы, поминувшие дни, металлы, говорили они, сапфиры, алмазы, рубины, топазы, храни они и храни они. Нас помнит эльфа соседа, царя богача, трудись они молотками стуча, и солнечным бликом в усердии великом украсить могли рукоятку меча. На тонкие цепи, на звонкие цепи, не толще струны, нанизывать звезды могли слышны, свои ожерелья в порыве шея, вплетая лучи бледно-ликой луны. Опели они, что-то воитали, и звонкие арты себе зали, протяжное и ново для уха людского звучало их мнение в глубинах земли. Шумели деревья на склоне прутом, и ветры стонали во мраке ночном. Багровое пламя взвелось над домами, и вспыхнули сосны смолистым огнем. Когда колокольный послышался звон, разверзлась земля, почернел небосклон. Где было жилище, теперь пепелище, не ведал пощады свирепый дракон. Боясь наказания с небес, уже не надеясь на силу чудес, укрылись у богатых подземных палаток, и стелек сокровищ на мир исчез. За синие горы, за мрак и снега, куда не ступала людская нога, за быстрые воды уйдем до восхода, чтоб золото наше отнять у врага. За быстрые воды уйдем до восхода, чтоб золото наше отнять. Thank you.
Че отвечать-то надо? Ну, тропарь хотя бы спой-то. Поймет. Давайте поможем Егору, что же мой. Христос воскрес. Ну, воистину воскрес. Воистину воскрес. Ура. Александр Лугунов, Егор. Сейчас у нас просто не приехавшего Алексея Жарова сыграет пару песен Сергея Каноника, который оказался в качестве гостя. Но, видимо, не случайно, но раз он уже тут, то Сергей Каноников у нас постоянный участник даже концертов. Я знаю, что он достойно заменит отсутствие Алексея Жарова, которого мы очень давно не видели в наших концертах, но вот еще дольше не видим. Молодец. Егор отдал микрофон. А, напоминаю, что у нас есть столик вот в конце, в углу зала. Там есть всякие диски наши Паруслов, уже старые, устаревшие. Вот, но Паруслов сейчас перешел в несколько другой формат временно. Вот, скоро будет книжка Павла Федосова. Паруслов помог издать Павлу Федосову свою книжку. Надеемся, что сегодня Павел Федосов к нам доедет, надеемся, и он расскажет, будет ли у нас тут презентация в мае этой книжки. Мы будем надеяться. Вот, и там коробка для ваших пожертвований, если у вас есть чем поделиться, мы будем очень вам признательны, поскольку материя нам всегда нужна, и все это идет вот на наши творческие дела. Сергей Каноников. Здравствуйте. Христос воскресе. Вот случайно меня сюда привела воля Божия, наверное, да? Ну, случайно ничего не бывает, хотел увидеть лица друзей, вот, в результате увидел много лиц, и даже вас чем-нибудь порадую сейчас. Такой, наверное, еще старославянский взгляд на православие. Заря, зорюшка, зареница, постучалась в оконце. Выйду, зорюшку, зареницу, встретить я на крыльцо. А с крыльца на околицу, за околицей воля лица. Широкая вольница, а над вольницей солнце. Заря, зорюшка, зареница, красная девица. Ходят к девице добрые молодцы, любят девицу птицы. Попрошу я у зорюшки, но с тобой одной долюшки. Утро то Божья воля, попрошу я у зорюшки. Но с тобой одной долюшки, на двоих одной долюшки. Утро то Божья воля. Заря, зорюшка, зареница, лучиком в горнице. А Господь с Богородицею белою горлицей. Рядом ходят по улице, и на солнышко жмурятся, а на горке за мельницей на небо лестница. Рядом ходят по улице, и на солнышко жмурятся, а на горке за мельницей на небо лестница. Зареница, постучала с оконца. Выйду, зорюшку, зареницу, встретить я на крыльцо. А с крыльца на околицу, за околицей вольница. Эй, широкая вольница, а над вольницей солнце. Выйду я на околицу, за околицей вольница. Эй, широкая вольница, а над вольницей солнце.